Я буду вот эту. Папа на кухне еще. Привет. А я буду, знаешь, какой? Не изменяя привычку своим. Салями. Да. Ну да, она тоже вкусная, я пробовала. Кусочек 25 гривен, да? Доллар. $1. Такое вот кафе на набережной. Соль называется. Очень красиво. Когда люди расходятся, вид на море хороший. В этой кафешке мы обедали 3 дня подряд. Но, к сожалению, потом борщ и однотипный салат нам надоел. Вообще вкусно. Принесли мои крылышки на мангале куриные, чуть-чуть салатика и соус. Еще принесли свиной шашлык и куриный, так что много всего. Вот куриный. Заказали мы алкогольную пиноколаду, в итоге принесли а-ля алкогольную. Добавили там, наверное, 2 капли и все. Возле центральной аллеи, в Мясник и Море, пиноколаду можете не брать. Мне не понравилось. Салат был очень вкусный, мне понравился. Можете заказывать. Как я кушаю? Жую, не пережую, я вся покраснела. Воу. Все, проживала, хватит, да? Ой, ну слава богу. Ох, это судьба блогеров. Здесь мы уже внутри помещения Мясник и Море. Кстати, был дождик. Что хочу сказать. Больше мы туда не ходили. Наверное, 3 или 4 раза сходили. И больше не ходили, потому что обслуживание там практически на нулевом уровне. Здесь мы прождали больше получаса. В итоге ушли. У нас даже никто заказ не взял. Так что сервис, конечно, не ахти. Хотя большинство блюд были вкусными. А это уже Бюргерс, находится он напротив Моряк и Море, на центральной аллее. Все вкусно, круче, чем в Маке, реально по-домашнему. Очень понравилось. Не ожидали, что будет зачет. Поправочка, ну может и не круче, чем в Маке, но реально по-домашнему и очень вкусно. В общем, 10 баллов поставлю. Хочу рассказать вам про кафе, которое находится на набережной. Ну, как сказать кафе? Своеобразная палатка из-под черниговского пива. Там где-то кто-то в домике готовит эту еду. Отбивнушку вкуснейшая, пюрешечка, супер салатик с капусты или овощной, тоже очень вкусный. Чай, кофе, напитки, пиноколада вообще там суперская, вот вы видите фотографию. Всего лишь $1, да, и та вот отбивнушка, пюрешка, там, котлетка, колбаски тоже, вот за $2.5 на человека можно поесть, и там просто на ура. В общем, советую вам это место. Также задешево мы там кушали пельмени и манты, были очень невкусными. Что касается местоположения кафе, то, как можете заметить, вон там вдали белая гостиница, да,
Это вам такой своеобразный ориентир. Просто я не могу найти фотографии и видео, которые, скажем так, вот местоположение показали бы этой кафешке. Ну, палатки черниговского пива. Вот можете посмотреть, где примерно там башенка туда-сюда, 15 метров от меня, в какую-то из сторон, и там вот эта палатка находилась. Правда, там вкусно, бюджетно, и мне там больше всего понравилось. То есть, никакие рестораны меня так, скажем, не накормили и не обслужили, как эта палатка. Сегодня море относительно спокойно. Вы пока посмотрите окрестности, близлежащие к этой палатке. Я еще не нашла ни фото, ни видео. Но здесь вот совсем рядом, еще бы вправо чуть-чуть, и вы бы ее увидели. Буду искать дальше, а вы наслаждайтесь морем. Практически она тут и видна. Сейчас стрелочка пьется. Вот эта палатка из черниговского пива. Это единственное, наверное, видео пока что, которое я нашла. Ладно, вы пока посмотрите на меня, а палатка находится. Вот если смотреть сейчас на меня, то берете немножко туда правее, и красная палатка из-под черниговского пива там. Вот закон подлый. 1 сентября в Затоке. Вот и начинается бархатный сезон. Людей все равно много. Здесь горки надувные уже съехали. Потихоньку закрываются кафе, но не все. На некоторые уже закрыто. Не знаю, видно на видео или нет, но людей еще очень много. Такая вот водичка. Пляжик ракушечный. Люблю такой. Массаж хороший. Тебе такой же? Курин. Вот такое мохито продают практически в каждом павильоне. Стоит 30 гривен. А 1 доллар 27 гривен. Так что чуть больше доллара. Оно очень вкусное. Так что советую. Данный салат из моряк и море. Вкусный. Мне очень понравился. Можете брать. Спагетти карбонара. Мне они нигде в Затоке не понравились. Ерунда полнейшая. Выглядит красиво, но вкус просто жесть. Супчики вкусные, в принципе, везде были, кроме одного места. Чай везде мне понравился. В «Моряк и море» была марка «Альтхаус». Немецкая, по-моему. Вообще крутая. Такой вот вид. По-моему, «Золотой якорь» называлась кафешка. А эта пицца уже на центральной аллее. Там идешь, много пиц. Кстати, ее в печке такой специальной делали. На виду. Очень вкусно было. Капучинка. Ой, вот не то. Это домашние картофельные чипсы. Стоили они 1 доллар, похоже на лейс, только просто с солью. Зачетик. А это вкусняшки из Одессы, кондитерская Пьерре. Там было супер. Ребята, увидимся в следующем видео. К сожалению, все материалы не вместились именно в этот обзор. Надеюсь, будет еще вторая часть. Все, всем пока!